скромная девочка, кожа до кости. Читает книжки, не ходит поздно в гости. Учится на пятерке, подруг у нее нет. И парня тоже не было за свои 20 лет. Конопатые щеки, конопатый нос, желтые зубы и такой же цвет волос. А если барышню, так скажем, пополнее, жирный, тити до колен и попа на волне. Планируют заняться спортом в течение года, при этом жрут каждый день, как целая рота. Мечтают о принце на белом коне, но бампер с целлюлитом не поместится в седле. Так-то есть и симпатичные, с фигурой нет проблем, но страшно, отвечай, когда смывают тональный крем. Оба-на! Два разных человека. Ты как Фиона, только я вот не похож на Шрека. Лить слезы хватит, какой бы страшной ни была ты, поверь. С пивом покатит, с пивом покатит. Не надо нервы свои тратить, не надо. Ты такая, какая есть, поверь. С пивом покатит, с пивом покатит. Лить слезы хватит, какой бы страшной ни была ты, поверь. С пивом покатит, с пивом покатит. Не надо нервы свои тратить, не надо. Ты такая, какая есть, поверь. С пивом покатит, с пивом покатит. Это успешный рэп-баттл, ага. Короче, там это, ставь лайк, пацанам покажи, зацени, так сказать, ага. Если я пройду дальше, то будет еще один клипосик. Вконтакте там, подписывайтесь на меня, в Инстаграме там, ага. Ссылочку увидите в описании. В общем, что, ребят, погнали, короче. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о двух действительно крутых колонках от компании Creative. Первая колоночка. Это самая крутая портативная колонка на сегодняшний день. И по звуку, и по функциям круче нет. Уж поверьте. Подключается она к любому устройству по Bluetooth, и заряда хватает примерно на 8 часов, друзья. Орет она просто адово, это я вам отвечаю. А вот эта колонка Muva Mini. Заряда хватает примерно на 10 часов. А также эта колонка совершенно не боится воды. Вы можете брать ее в ванну, в бар, в море, в океан, в туалет можете ее спустить, и с ней ничего не случится. Как вы видите, музло до сих пор играет. Вот. Все отлично, играет. В общем, приобрести эти две колоночки вы можете на сайте Yoma Pro. Ссылочка будет в описании. Всем пока, друзья! А также не забудьте подписываться ВКонтакте, в Инстаграме и Твиттере.